Супер тачка. Ну, это можно сказать, что это СТО на колесах, да, правильно? Повноцінне автосервис. СТО. Да, можно відкрутити будь-що. Короче, вы можете все машины ремонтировать, которые у нас существуют. Все, что потрібно. Даже фуры, правильно? Да, да, 100%. Но машина, конечно, очень и очень надежная, тем более для наших пацанов, для военных. Те, какие ямы, по каким ездят, конечно, наши пацаны военные. Очень много летят колес, очень много летят ходовой. Я считаю, что эта машина очень-очень там пригодится. Я в первых дней войны я пошел в ТРО, 129-й батальон, это на Оболоне. Как говорится, мое подразделение называлось «Привод». Те задачи, которые нам ставились именно по месту обороны Киева, ну и обороны нашего Оболонского района, мы все выполняли. Самое главное, я защищаю честь своей страны, честь своего народа и буду продолжать это делать до конца войны.